Итак, мое продвижение. Значит, Казаван, Анжелика. 60. Это половина уже, да, сделана где-то? Или еще нет? Анжелика, как твои впечатления, ощущения? Набила ли ты руку? Ты уже заправский мастер крестиковый. Как оно? Энжи, еще нет. Еще не половина. Как с мастерством? Как ты себя ощущаешь в крестиках? Не тянет ли тебя бросить крестик и вернуться в алмазку? Или шло бы оно все дать поразукрашивать? Как ты справляешься со всеми своими интересами? Расскажу, расскажу. Уважаемая Анжелика, расскажите, пожалуйста, поделитесь вашими впечатлениями. Как вам выкладывается алмазка, когда вы так увлекаетесь крестиками? Не слышу ответов. Нам нужно интервью. Нет! Просто! Нет! Один вопрос нет. И все. Да нет, ё-моё, у меня некуда, в самом деле!